начинаем! Давай! Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Здрасте! Друзья мои, такая небольшая миниатюрка называется «Пресс-конференция Виктора Федоровича». Виктор Федорович, здравствуйте! Вы так... Здоровья вам хочу пожелать. Дай вам Бог, чтобы у вас все было хорошо. Вы как стали нашим президентом, у нас же ведь и пенсии выросли, и заводы снова начали работать. И люди счастливы, что вы наш президент, Виктор Федорович. Люди просто боготворят вас, Виктор Федорович. Виктор Федорович, проснитесь, Виктор Федорович. Да сколько это произвол этот может бандитски твориться, когда дороги уже отремонтируете? Да что это такое? Я плачу по 30 гривен в трамвае. Да как это, когда это прекратится? Скажите мне, дядя! Добрый вечер! Здравствуй, шановна Украина! Я рад, что сегодня наконец состоится наша пресс-конференция с вашими журналистами. Ну, с нашими журналистами, с вашими, да. Ну что, пожалуй, начнем. Да, вот мы, мужчина, давайте, первый вопрос, да. Денис Володимирович, телеканал «Веселий Тернопіль», місто Черкаси. Скажіть, будь ласка, Віктор Федорович, навіщо вам вертольот, якщо ви і так їздите на машині? О, це дуже хороший вопрос, замечательний. От ти за скільки, допустимо, з Києва до Черкас доїжджаєш? Ну, якщо нормальна дорога, за 3 години, якщо ненормальна, то за 4. От, от смотри, а у мене, якщо хороша дорога, то за 40 минут, а якщо плохая, то за 40 минут. Добрий вечір, Остап, газета «Руський Львов». Обидва наші читачі запитують. Віктор Федорович, коли ви нарешті відремонтуєте дороги? Це просто жах. На них нереально їздити, одні ями. Значить, я хочу відповісти наступне, що дороги, наші дороги, це як швейцарський сир. Чим більше дир, тим він дорожче. Следующее. Добрый вечер, бригада строителей из Ялты. Виктор Федорович, мы уже третий месяц строим дачу какому-то чиновнику и с нами до сих пор не рассчитались. Сделайте что-нибудь, а? Это очень замечательный вопрос. С чиновниками сейчас большая проблема, но я тебе хочу сказать, Валера, я ж тебя просил, в понедельник зайдешь и тебе все деньги отдам, да. Добрый вечер. Молодая семья Смирнова и Житомира. Приехали, Виктор Федорович, приехали в Киев на заработки. У нас... Двое дочерей и маленький сынок. У меня зарплата 4000 гривен. Сколько у него зарплата? 4000. Нормально, да. Ничего себе. На Абалоне двухкомнатная квартира 5000. Как можно ставить такую аренду? Разберитесь. Вот, как вы, фамилия ваша? Смирнова. Смирнова, да. Значит, послушайте меня. Завтра, Валера, запиши их во вторник ко мне навстречу. Да. В 10 утра в администрации Валера вас встретит. Без очереди. Придете. Я вам сдам хорошую квартиру на Балоне за 3500. Да. Только, Смирновы, не забудьте, пожалуйста, 50% агентский Валерия. Да. Здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте. Я таксист с Хрещатика. Скажите, пожалуйста, как вы будете бороться с пробками, так как час пик проехать просто невозможно? Вот слушай меня! Вот хватит уже надоедать с этим вопросом. Не заводите. Ну нету никаких пробок. Я сколько не езжу в час пик, ни одной пробки я не встретил. Спасибо. Алло, да, сдал уже, да, за 3,5, да, на Абалоне, спасибо, да, перезвоните. Ага. Наступное запитание. Я переписала хату на кота. Теперь вопрос, Виктор Федорович,
Вы будете еще баллотироваться? А то мне надо переписать хату, дачу, яхту на собаку и земельный участок на попугайчика. Наступное запитание. Здравствуйте. Артем Михаличенко, бойцовский клуб. Михаличенко? Михаличенко, да. А ты что, с «Динамо» завязал уже? Михаличенко, там же сейчас это, с Блохиным Михаличенко. Не, не ты, Лех, не ты, Лех. Виктор Федорович, вопрос. Что вы сегодня будете делать с теми, кто не позволит вам выиграть $1000 в бойцовском клубе? Вот, скажу откровенно. Не в деньгах счастья, а в здоровье. В здоровье тех людей, их семьях. Здоровье во всем им хорошем, да. Которые обещали, но не дали. Спасибо большое, ВФИА. До скорых встреч. Спасибо! Виктор Федорович! Николай Антонов! Дмитрий Рубчев! Спасибо, вечерние мотыльки! До встречи! Летите, мотыльки, летите!